І ми переходимо до іншої теми і до інших наслідків подій, яка відбулася минулої п'ятниці. Нагадаю, поблизу пляжу «Дельфін» зазнав краху танкер «Делфі». На місці виконано до 150 кілограмів нафтопродуктів. Забруднення морської води перевищує норму в 19 разів. Чи допоможуть бони-поглиначі у даній ситуації і наскільки швидко зможе відновитися екосистема, ми розпитаємо у еколога, голова ГО «Зелений лист» Владислав Балінський з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Да, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, попросимо у вас прокоментувати, якщо вже є результати відібраних проб останні і рівень забруднення моря на даний момент, який він? Ми всі посилаємося на одні і ті ж істочники, на самом деле, ті показателі загрязнення, це аналіз, який проводила інспекція екологічна. Перші часи після аварії превышение содержания веществ нефтепродуктов было более чем 150 раз. И это естественно, потому что все это можно было видеть и невооруженным глазом. Я имею в виду пятно нефтепродуктов, было видно по цвету воды, было видно по одежде спасателей. По ситуации на вчера такие показатели были уже фактически в 10 раз меньше. И очевидно, что погодные условия, штормовое море, оно способствовало тому, что фактически разлив нефтепродуктов собрать было невозможно, и способствовало тому, что это пятно нефтепродуктов, оно превратилось в эмульсию, оно разбилось на мелкие капельки и разнеслось, в общем-то, по всему побережью. Поскольку течение направлено со стороны южного города и в сторону фонтана, то, соответственно, пятно распространения этих нефтепродуктов можно таким же образом проследить. Что касается последствий, то тут необходимо говорить о том, что во-первых, эта картина не статическая, она динамическая. Вылилась всего лишь малая часть содержимое, скажем так, лиал, поддонов, может быть, были содержимое танков, что-то было. И вылилась та часть, которая фактически могла излиться во время шторма. В дальнейшем необходимо обследовать судно на наличие этих нефтепродуктов, того, что там осталось. И, конечно же, сделать таким образом, чтобы предотвратить дальнейшее разлитие. Для этого необходимо, как минимум, закрыть технологические отверстия для того, чтобы предотвратить изливание. Во-вторых, необходимо откачать уже загрязненную воду из танков, из поддона двигателя и утилизировать все это. Потому что с изменением погодных условий при повышении температуры у нас может, повторяться это изливание, и это будет до тех пор, пока не будет решен вопрос с нефтепродуктами. Последствия, в общем-то, достаточно печальные, и, как я говорил, это будет загрязнение, связанное уже с имеющимися нефтепродуктами, поскольку они никуда не делись, в процессе излития они остались на берегу, и с возможным излитием нефтепродуктов, находящихся на самом судне, вот сейчас продолжающихся находиться там. Плюс это связано также с наличием остатков такелажа, и всех тех загрязняющих веществ, которые могли находиться еще на судне. Скажіть, будь ласка, чи можна наразі, верніше, є заборона на купання у морі поблизу пляжу Дельфін, але на вашу думку або навіть експертну пораду, чи можна купатися на тих пляжах, які знаходяться подалі, але все ж поблизу пляжу, де сталася аварія, де зазнав краху танкер? Ви знаєте, от якраз зараз, коли штормить, понятно, что вряд ли люди будут купаться массово, но очевидно, что
В принципе, это делать, наверное, сейчас не стоит, потому что, во-первых, нефтепродукты остаются, продолжают оставаться у кромки воды, на песке и так далее. То есть, ну, скажем, опасность такая, что люди просто будут вымазаны в этих маслах, и вряд ли это добавит здоровья. Что касается последствий для экосистемы, то, к сожалению, пострадают не только водные организмы, которые находятся в акватории, но пострадает и сама зона песчаная, поскольку нефть, излившись в воде, она так или иначе оказывается в зоне пляжной. И на самом деле песок – это также сообщество ракообразных и, в общем-то, микроорганизмов, которые участвуют в переработке и в очищении, самоочищении пляжа. Но в том случае, когда повысится температура и образуется пленка, она предотвратит доступ кислорода, и мы столкнемся с заморными явлениями не только в водной части пляжа, но и в песчаной части пляжа. И, к сожалению, это может вызвать серьезные заморные явления с соответствующим запахом и с ухудшением вида и привлекательности курортологической всей этой пляжной зоны. Поэтому вопрос с изливанием нефтепродуктов необходимо решать в ближайшее время, пока температура не повысилась значительно. І останнє запитання, Владиславе, чи допоможуть у даній ситуації встановлення бонів-поглиначів? Пам'ятаємо ситуацію із буксиром «Паралель», коли вони таки були встановлені, але штормові явища, шторм, вітер їх розірвав. Як бути в даній ситуації? Будь ласка, прокоментуйте. Я, честно говоря, плохо расслышал вопрос, но понял, что он связан с эвакуацией, транспортировкой судна из пляжной зоны. Я правильно понял? Ні, Владиславе, питання щодо встановлення бони-поглиначі. Установлення чого ще раз? Бони, захисні бони, які не дадуть розповсюдитися нафтопродуктам надалі. Да, ну смотрите, вот эти вот меры, они в первую очередь действенны тогда, когда достаточно спокойное море. К сожалению, когда штормовая погода, защитные боны, они не спасают пятно от распространения. И, к сожалению, мы уже видим по показателям загрязнения, ну, непосредственно в зоне купания, что значительно уменьшились эти показатели. Поскольку нефть не собиралась, мы, естественно, сразу же можем говорить о неэффективности этих методов, поскольку нефть просто была разнесена. Ну, это не нефть, я имею в виду образно, да, нефтепродукты. Там масла, остатки тяжелого топлива и так далее. Так вот, эти нефтепродукты просто размыло по всему побережью. Соответственно, все эти защитные мероприятия, они неэффективны. На самом деле, во время такой штормовой погоды крайне сложно что-либо предпринимать, я имею в виду уже с разлитыми нефтепродуктами. Единственное, что сейчас можно самое важное это сделать в ближайшее время, в первую очередь, это обследовать судно на наличие еще нефтепродуктов и по возможности провести работу по изоляции всех этих веществ от попадания в окружающую среду. Для этого надо просто работать специалистов, чтобы они указали, какие технологические отверстия могут быть в палубе, в поддон двигателя и так далее. И все это просто позакрывать эти отверстия. Владиславе, дякуємо вам за розгорнутий фаховий коментар. Телефоном еколог Владислав Балінський про екологічні наслідки краху танкеру «Бункер» поблизу пляжу «Дельфін».